Не утихают беспорядки в мексиканском штате Геррера. На этот раз работники образования напали на полицейских и избили их. Инцидент произошел в городе Чильпансинго. На одной из центральных улиц члены профсоюза учителей хотели провести митинг в поддержку семей студентов, пропавших в Игуале. Но когда манифестанты устанавливали концертное оборудование, на них, как сообщают местные СМИ, якобы напали пьяные полицейские. В ответ митингующие ворвались в отель, где размещались правоохранители, и избили их. Чтобы успокоить толпу, стражам порядка пришлось пустить в ход слезоточивый газ и применить резиновые пули.